Okay? Phones, Instagram, followers, likes and dislikes. Me, flower girl. Why did you unfollow me? Приветствую вас, дорогие студенты школы стиля by Тейла. Я очень люблю этот момент, когда мы с вами встречаемся и начинаем наши тренинги. Сегодня наш тренинг называется «Персональный бренд. Инструкция по применению». Мы будем говорить о том, что такое персональный или личный бренд, для чего он вам нужен, как им пользоваться и как правильно выстроить личную бренд-стратегию. Сегодня с вами я, Иван Возьми Лав, кандидат экономических наук, бизнес-тренер и эксперт по персональному брендингу и soft skills. Для нашего тренинга, дорогие друзья, вам понадобится либо телефон с заметками, либо блокнотик, ручка. Мы с вами вместе будем работать над вашими личными брендами, поэтому устроим прямо у вас такую своего рода творческую лабораторию. Поэтому прошу вас что-нибудь взять, налить себе какие-то приятные напитки, чай, кофе, какао, смузи, то, что больше любит, и мы с вами начнем изучать нашу тему. Итак, персональный бренд, инструкция по применению. Конечно же, начнем мы с самого главного определения, с того, что же такое персональный бренд. Но для того, чтобы нам понять, что такое персональный бренд, нам с вами сначала нужно разобраться, что же такое бренд. Вот вы как раз взяли ваши блокнотики, ручки или же заметки, гаджет. Я предлагаю вам написать ваше личное определение бренда. Вот как вы понимаете само слово бренд, когда вы слышите это слово, что приходит в ваше сознание? Разумеется, мы не собираемся с вами сдавать ОГЭ, ЕГЭ или государственные экзамены. Это не физика и не высшая математика, здесь не будет точного ответа. Каждый ответ будет иметь смысл. Вообще существует несколько тысяч определений бренда, несколько тысяч определений маркетинга. Но самое главное узнать ваше личное определение. Итак, вы записали. А теперь давайте с вами представим, что мы идем с вами по торговому центру и увидели два бутика. На одном бутике написано «Бутик дорогих, престижных, стильных, очень классных кроссовок». И напротив него буковка N – New Balance, или запятая Nike, или как правильно называется Nike, ведь эта компания была создана Филом Найтом и названа в честь древнегреческой богини победы Ники, поэтому более правильно произносится именно Nike. Куда вы пойдете? Магазин дорогих, престижных, стильных, очень классных кроссовок или в Nike? Я думаю, что большинство из нас все-таки отправится в этот заветный бутик с запятой. Кстати, интересный факт. Девушка-студентка, которая рисовала эту запятую, сначала получила всего лишь $30 за свою работу от Фила Найта. А уже потом, когда компания стала миллионером, основатели были ей ничего не должны. Но они решили сделать такой приятный жест и подарили ей несколько акций компании Nike. Так что, нарисовав одну запятую, она стала таким, можно сказать, мультимиллионером. Вообще рекомендую прочитать книгу про основание компании Nike. Она называется «Продавец обуви» или по-английски «The Shoe Dog» – «Пес с обувкой». «Пес с обувкой в зубах» еще по-другому называют. Эта книга не просто про какой-то успешный успех, как многим, которые многим из нас уже немножко надоели. Это очень такая литературная книга, в которой есть место для рефлексии, для того, чтобы подумать и о жизни, и о дружбе, и о бизнесе, и о партнерстве. Но вернемся к нашим брендам. Итак, большинство из нас выберет магазин Nike или New Balance. Почему? Да потому что Nike или New Balance – это уже ассоциация для нас, это уже символ дорогих, хороших, стильных кроссовок. И не только кроссовок, прекрасной спортивной повседневной одежды. То есть, запятая Nike и буква N – New Balance – уже содержит в себе определенные ценности и определенные характеристики. Вот что такое бренд. Вообще слово «бренд» дословно с английского языка переводится как клеймо. Люди очень рано поняли, что мы можем долго говорить, у нас такой магазин очень хороший, престижных ювелирных изделий, заходите к нам, вы не пожалеете. Или мы можем просто поставить клеймо нашей фабрики Фаберже, и все уже будут знать, что у нас прекрасные ювелирные изделия. То есть бренд – это клеймо, а также бренд – это ассоциация. Бренд – это комплекс ассоциаций, которые возникают в нашем сознании, когда мы слышим про определенную компанию, продукт, услугу или человека. Это может быть образ, это может быть логотип, это может быть какой-то слоган, но в любом случае самое главное про бренд – это ассоциация. Точное определение бренда представлено на слайде, вы можете его посмотреть. Давайте с вами немножко поиграем
Я вам назову несколько товарных категорий, а вы в блокнотике напишите первый бренд, который приходит в ваше сознание. Не самый лучший, не тем, которым вы обладаете, а просто первый, который приходит в ваше сознание. Готовы? Ну, давайте попробуем. Итак, напишите, пожалуйста, абсолютно любой газированный напиток. А теперь, пожалуйста, напишите название любого смартфона. Давайте также напишем какую-нибудь кофейню. Кроме этого, предлагаю написать любую рубашку Polo. Давайте также напишем с вами экшн-камеру. Ну и поскольку мы с вами встретились в школе стиля, давайте и напишем какую-нибудь школу стиля. Теперь, как говорилось это в школе, давайте проверим ваши контрольные работы, ваши проверочные. На самом деле мы с вами не знакомы, мы с вами знакомимся только сегодня. Мы ни разу не виделись, я хотя надеюсь, что мы с вами увидимся, потому что пути Господни неисповедимы, и каждая встреча это очень интересно. Итак, сегодня наша первая встреча в формате онлайн, но уже мы можем предугадать, не обладая навыками Нострадамуса и Ванги, что же вы написали. Я думаю, что большинство из вас в качестве газированного напитка написали Coca-Cola. Кто-то скажет, ну я написал очень оригинально, у меня Спрайт или Фанта. Но это тоже продукция компании Coca-Cola, то есть что-то с Coca-Cola связанное. Потому что Coca-Cola один из первых брендов, который приходит в наше сознание, когда мы слышим про любой газированный напиток. Кстати, до сих пор спорят, для чего же была первая Coca-Cola. Кто-то говорит средство от живота, кто-то говорит средство от похмелья, кто-то говорит еще для чего-то. Но мы знаем досконально, что это был сироп, который придумал фармацевт Джон Пембертон в своем магазинчике в Атланте, где до сих пор находится штаб-квартира The Coca-Cola Corporation. И вот однажды попался очень ленивый бармен. А надо знать, что в Америке часто аптеки располагаются в таких своего рода барах. Там есть барная стойка. И вот пришел один пациент в понедельник утром, сказал, так, мне нужно на работу, мне нужно срочно подзарядиться. Вот это лекарство, как оно у вас, сиропчик, дайте мне, пожалуйста, Coca-Cola. И попался ленивый бармен, как я уже говорил. Обычно этот сироп разбавляли простой питьевой водой. А бармену было лень идти брать воду. Он разбавил ее содовой, по сути минералкой, газированной водой. Когда посетитель выпил этот напиток, он пришел в неописуемый восторг. Сказал, мне, пожалуйста, еще. Так и зародилась компания Coca-Cola и ее очень известный бренд. Кстати, первый доход, который Coca-Cola получила, потратила на рекламу. Это очень хороший тоже совет для начинающих бренд-мейкеров, для тех, кто строит личный бренд или бренд какой-то компании. Не забывать про рекламу, про продвижение. Когда в самолете летел господин Ригли, основатель компании Ригли, которая производит до сих пор очень много известных жевательных резинок, то рядом с ним сидел такой любопытный человек, любопытный пассажир, который спрашивал его: «Господин Ригли, объясните, пожалуйста, зачем вы рекламируете вашу жвачку? Ее и так все знают, ваша компания уже на плаву, все покупают вашу жевательную резинку. Для чего же тратить столько на рекламу?» На это господин Ригли ответил следующее. Вот мы с вами летим в самолете. Мы набрали высоту, крейсерскую скорость. И давайте представим, что командир воздушного судна отключит двигатели прямо сейчас. Что произойдет с самолетом? Пожалуй, лучше об этом не думать. То же самое и с нашей компанией. Да, мы набрали высоту. Мы находимся на вершине, на действительно хороших позициях. Но если мы перестанем вкладывать в рекламу, наше продвижение, в усиление нашего бренда, то наша компания просто упадет вниз. Поэтому хороший совет прямо сейчас. Не только создать бренд, но и развивать его, поддерживать. Конечно, полжизни вы работаете на ваше имя, а полжизни имя работает на вас. Но все-таки сегодня это не всегда так. Да, вы работаете на имя, вас уже знают, но в дальнейшем тоже нужно работать на имя и дальше, чтобы оно продолжало быть на плаву в таком современном, очень конкурентном мире. Но вернемся к нашей игре. Итак, рядом со смартфоном наверняка вы написали Apple, iPhone или же Samsung, ну, возможно, Xiaomi. Вариантов много, но обычно пишут именно эти, потому что именно они на слуху, потому что до сих пор мы стоим в многокилометровых очередях за iPhone, потому что Стив Джобс, потому что был такой сильный личный бренд. Наверняка в кофейнях многие написали Starbucks, эту знаменитую кофейню, которую основали учителя, педагоги в очень дальнем западном штате США, в городе Сиэтл, штат называется Вашингтон. Это была просто отдельно взятая кофейня, которую в дальнейшем уже Говард Шульц раскачал, прокачал и сделал такой сетевой, очень известным мировым брендом. А назвали ее в честь легендарного произведения «Моби Дик», где был такой персонаж Starbucks, или Starbucks. Наверняка, где рубашки Polo, многие написали Lacoste. Почему Lacoste? Наверное, потому что рубашки Polo, придуманные Lacoste, были самыми первыми. Рене Lacoste родился во французской семье, была обеспеченная семья, но он родился весьма болезненным мальчиком. У него было очень много диагнозов,
И врачи сказали его родителям, отдайте его в какую-нибудь спортивную секцию, чтобы мальчик хотя бы немножко окреп. Ну, пусть протянет лет до 25 хотя бы. В итоге Рене Лакос прожил счастливую жизнь до 93 лет. Он также стал первой ракеткой мира и очень был неуступчив на корте, так что его назвали крокодил или аллигатор. И однажды друзья подарили ему чемодан из крокодильей кожи, а также логотип, амулет, с которым он дальше играл. Как вы наверняка догадались, это был крокодильчик, который можем и сегодня увидеть на рубашках Пола, кстати, как появились они. Раньше в теннис все играли с длинным рукавом, что было неудобно, некомфортно. И Рене Лакос придумал такую эпатажную находку. Он обрезал рукава, играл с коротким рукавом, что выглядело весьма непристойно. То же самое, что с голым торсом сегодня играть на Уимблдоне или на полях Ролан-Гаррос. Но мода прижилась, эти рубашки из хлопчатобумажной ткани пике стали очень модными. Кстати, сначала были только мужские и только белые рубашки Пола. Кстати, исключительно для спортсменов, для таких статусных видов спорта, как гольф, парусный спорт и теннис. Но в дальнейшем, когда более подробно уже Рене Лакос стал заниматься своим брендом, своей компанией, она называлась La Société Chemise Lacoste, кстати, до сих пор такой семейный бренд, то компания стала производить и цветные рубашки Пола, и с 1973 года женские рубашки Пола. Но сегодня рубашка Пола – это часть базового гардероба абсолютно любого человека на планете Земля, кто базовым гардеробом занимается. Но до сих пор рубашки Пола, часто первая ассоциация происходит у нас именно Lacoste. Кстати, Лакос сделал очень много интересных изобретений в мире тенниса. Устройство, которое снижает силу удара и снижает риск возникновения травмы. Также пушку, которая выстреливает мячами для тренировок, тоже придумал Рене Лакос. И его имя стало таким нарицательным. И опять же, что такое бренд? Да, ассоциации. Мы сегодня про это уже поговорили. Лакос, крокодильчик, Пола. Очень простые, но очень доходные ассоциации, как мы можем увидеть. Кстати, в свое время компания стала практически банкротом. Дело в том, что рубашки Пола стали продаваться абсолютно везде. И на рынках, и в торговых центрах, и в гипермаркетах. И компания поняла, что теряет статус своего бренда. А мы сегодня поговорим, что бренд – это еще и репутация, это еще и определенный имидж. Что за имидж такого элитного бренда, который продается в каждой забегаловке, в каждом гипермаркете? Еще и куча подделок тогда появилась. И вот приняли решение, что Lacoste располагается только в индивидуальных бутиках. Цвет исключительно белый, такой цвет роскоши, цвет аристократии. И удалось основателям компании и их менеджерам на тот момент поднять бренд практически из руин и двигаться дальше. Мы с вами также говорили про экшн-камеру. И я думаю, что большинство из вас написали рядом с экшн-камерой GoPro. Но на самом деле, что такое GoPro? Конечно же, это бренд. Но мы даже часто приходим в магазин бытовой техники и спрашиваем, извините, у вас GoPro каких брендов? Ну, GoPro это уже бренд. А школа стиля, что вы написали? Я практически уверен, что большинство из вас, а наверное даже и все написали, школа стиля by Taylor. Это наша любимая школа стиля, в которой мы с вами встретились, и в которой мы изучаем такие интересные темы, как в том числе и персональный бренд. И продолжим его с вами изучать. Вы знаете, мы немножко говорим пока что про бренды товаров, бренды услуг, чтобы бросить логический мостик и перейти уже к личному бренду. Так вот, мы сказали, что, например, экшн-камера, наиболее популярная, это GoPro. Я хочу вам задать вопрос. А кто из вас когда-нибудь в жизни пользовался скотчем? Думаю, большинство скажут, Иван, что за странные вопросы, мы часто пользовались и пользуемся скотчем. На самом деле, я далеко в этом не уверен. Дело в том, что скотч – это не любая клейкая лента, а зарегистрированная торговая марка компании 3M, которая была придумана в середине прошлого века Ричардом Дрю. Дело в том, что раньше в моде были такие полосатые автомобили. И Ричард Дрю для того, чтобы это сделать, придумал намазать по краям ленты клеем, наклеить на автомобиль и, соответственно, красить, чтобы получались полосы. Но он намазал клеем только по краям. Соответственно, бумага скукоживалась, и полосы появлялись не слишком ровными. И тогда в Америке и в Англии над шотландцами часто подшучивают, считают их скупердяями, такими скрягами. Его спросили, господин Дрю, ты что, шотландец, что ли? Are you scotch? Почему ты намазал клеем только по краям этой ленты? Она скукоживается, это не очень удобно. Шотландец, скотч, прицепилась к этой клейкой ленте, и с тех пор скотч – это бренд компании Minnesota Manufacturing and Mining, а именно компании 3M, то есть скотч – это бренд. Большинство счастливых родителей скажут, что мы хотим пользоваться памперсами,
Но Pampers – это тоже бренд. Я счастливый родитель, поэтому прекрасно сейчас разбираюсь в мире подгузников. Знаю, что бывают и Huggies, и Libero, и Yokosan, и каких только не бывает, Mary's. Но Pampers – это не название товара, это название бренда. Очень успешные бренды стали олицетворением целой товарной категории. Даже фломастер – это тоже своего рода в свое время был бренд. Ноутбук. Что такое ноутбук по-английски? Это записная книжка. Почему же мы переносные компьютеры называем ноутбуками? А дело в том, что именно под этим брендом они впервые появились на нашем рынке, и люди, которые не знали, как называется сам товар, назвали его ноутбук. Ну хорошо, назовите, пожалуйста, любую конфету на палочке, любой леденец на палочке. Я думаю, 100% людей назовут чупа-чупс. Это знаменитый испанский бренд, я бы даже сказал каталонский, который придумал Энрик Бернат фон Ладоса, потомственный кондитер. Он гулял в 50-е годы прошлого века по улицам Барселоны и замечал, как мамочки ругаются на своих детей. В Барселоне жарко, палящее солнце, а дети всегда любят конфетки. И вот они ели конфетки, все перемазывались, были очень чумазами, конфеты были липкими. И мамы, конечно, хотели какой-то другой бренд, какой-то другой вид конфет, но дети просили именно этот. И у Энрика Бернат возник, как мы сегодня говорим, инсайт, ярчайшая идея. Точно, конфета на вилке. Изначально эта вилка была деревянной, конфетка называлась гол, впоследствии переименовали в чупа-чупс, по испанскому глаголу чупар есть конфетку, а знаменитую ромашку, логотип компании чупа-чупс, нарисовал один из лучших друзей Энрика Бернат, великий и могучий Сальвадор Дали, который был не только известнейшим сюрреалистом, который рисовал глубины нашего подсознания, кстати, тоже известнейший личный бренд, но и был известным рекламистом, и в частности логотип компании чупа-чупс он нарисовал буквально за час на газетке, когда они пили чай с Энриком Бернат. Так что любую конфету на палочке мы сегодня называем чупа-чупс. Очень большой успех для бренда стать олицетворением целой товарной категории. Даже в русский язык мы пришли такие слова, как отксерить, сделать ксерокопии, но далеко не каждый ксерокс занимается копированием бумаги. У ксерокса есть и другие товары, а есть ксероксы Epson или Canon или других компаний. Тем не менее, любой копировальный аппарат, как правило, мы называем именно ксерокс, сделать ксерокопию. В Америке, например, практически любые бумажные салфетки называют Kleenex, дайте мне Kleenex. У нас это не прижилось, но тем не менее, есть такой бренд, который ассоциируется с определенным товаром. Или у нас есть глагол яндекснуть или заяндексить, загуглить, поискать что-то в Яндексе или в Гугле. А в Америке есть глагол FedExнуть, то есть отправить с помощью компании FedEx. FedExнуть означает отправить за ночь. Итак, дорогие друзья, давайте подведем небольшие промежуточные итоги. Мы с вами убедились в том, что бренд – это ассоциация. Для чего же он нужен? Бренд добавляет ценность. Розы без бренда и розы с брендом будут стоить совершенно другие деньги. Бренды олицетворяют определенные ценности, являются символом качества. Нам не нужно думать, запятая Nike, что она олицетворяет. Мы уже понимаем, это высокое качество. А какой-то no name или новый бренд, мы будем думать, хорошие ли это кроссовки, добежим ли мы в них, пробежимся ли мы хорошо. То есть они пока что не являются символом какого-то определенного качества. Ну и, конечно же, бренды являются символом какой-то определенной репутации. И раз это так, то бренды также способствуют узнаваемости. По статистике человек тратит менее 1 секунды на выбор стандартной торговой позиции. Он не думает очень долго, глядя на торговую полку в супермаркете. Хороший ли это йогурт? Полезен ли он? О, Данон, веселый молочник, талийский йогурт или какой-нибудь другой и так далее. То есть бренды являются узнаваемыми. А нам нужно, чтобы потребители принимали решение о покупке как можно быстрее. И все вот это, все то, что мы только что обсудили, мы переносим в личные бренды. Итак, что же такое персональный бренд? Многие могут сказать, да надоели нам эти бренды. Сегодня появляются даже такие течения, такие тенденции. No brand или no logo. Давайте будет без бренда, без логотипа. Что же такое без бренда? Это некий товар или услуга, которая тоже вызывает определенные ассоциации, обладает некими ценностями. То есть без бренда это тоже бренд. Вот какой сделали такой троллинг, такой юмор Демна Гвасали от своей команды, когда придумали бренд одежды Vetements. Что же такое Vetements в переводе с французского? Vetements – это одежда. В этом и была задумка. Люди ходят в определенной одежде с надписью «одежда». То есть, по сути, это без бренда.
Что же такое без бренда? Это тоже бренд, который, кстати, является очень дорогим, очень престижным и обладающим высокой репутацией. Поэтому строим мы бренд или не строим бренд, он все равно возникает, он все равно происходит. Что же такое личный бренд? Давайте возьмем все, о чем мы поговорили, и перенесем это в сферу личного бренда. И увидим, что те же самые технологии, те же самые стратегии, инструменты работают и здесь. Но я традиционно дам вам 5 секунд, чтобы написать в ваших тетрадочках, что такое персональный бренд. Как думаете вы? Итак, персональный бренд – это ваш образ в сознании других людей. Давайте вновь перенесемся в школу и вспомним стандартную ситуацию. Условный отличник и условный двоечник пишут одну и ту же контрольную работу. И вот Мария Ивановна проверяет и видит, что двоечник впервые постарался, потрудился, написал очень хорошо, на твердую 4. Что же поставит ему Мария Ивановна? Да списал наверняка. Вот тебе 3. А отличник подустал, отнесся к этому спустя рукава, написал так себе. Но Мария Ивановна позаботится о нем и скажет: слушай, 5 с минусом, подустал. Она не виновата. Дело в том, что за многие годы эти ребята уже сформировали определенные образы в ее сознании. Ну и каждый педагог также является личным брендом, потому что вызывает в нас определенные ассоциации, определенные эмоции. Вот как работает личный бренд. Мы думаем: да не буду я строить никакой личный бренд. Пусть как будет, так и будет. Или кто-то скажет: нет, я хочу построить свой личный бренд. Он все равно возникает. В любом случае что-то делаем, что вызывает у других людей какие-то ассоциации, и они делают в ответ какие-то определенные обратные действия. Несколько лет назад в Екатеринбурге была такая очень трогательная история, когда бабушка каждое утро приходила в магазин и продавала свои авторские книги, сказы и сказки по 30 рублей. Кто-то отворачивался, кто-то проходил мимо, но находились некие сердобольные граждане, которые подходили и покупали. Дело в том, что у бабушки была сложная ситуация в семье, она потеряла дочку, осталась с внучкой, и какие-то нужно было искать средства для поддержания внучки. И она вспомнила, что когда-то в 90-е годы она писала сказы и сказки, но не стала их распространять, просто напечатала определенный тираж, положила под кровать, там-то они и пылились с 96-го года. И здесь, когда нужно было что-то придумать, бабушка достала, стряхнула пыль и пыталась кому-то продать. Кто-то купил, а кто-то и не купил. Но прошло несколько месяцев, эта история стала известной. Бабушку пригласили в известное телевизионное шоу, написали на известных новостных порталах Екатеринбурга, таких как Е1. И вот если раньше по 30 рублей мало кто хотел покупать книжки этой бабушки, а звали эту бабушку Вера Сибирева, к сожалению, не стала в прошлом году, но это замечательный человек. Так вот, если раньше по 30 рублей далеко не все покупали, то теперь проводили специальные конкурсы в социальных сетях, чтобы получить возможность купить эту книгу за 600 рублей. Что же отличает хорошую, милую бабушку, которая продает книжки в магазине на отдаленном районе города, и Веру Сибиреву, чьи книги хотят приобрести? Вот то самое. Личный бренд. Сегодня мы заходим в большинство магазинов здесь, на Урале, и мы видим на полочках сказы Павла Петровича Бажова. Это такой известнейший брендмейкер Урала, который создал бренд Урала, малахитовую шкатулку, Данилу Мастера, Серебряное копытце и многое другое. И рядом сказы и сказки Веры Сибиревой. Вот каким могуществом обладают личные бренды. И как и обычные бренды, они обладают определенной узнаваемостью, репутацией и повышают ценник, повышают стоимость того, что делает персона, что делает личный бренд. И опять же, у нас возникают в голове определенные ассоциации, когда мы думаем про космонавта, большинство подумает Юрий Алексеевич Гагарин, какой-нибудь русский поэт, большинство скажет Александр Сергеевич Пушкин, или Есенин, или Маяковский. Какой-нибудь стилист, большинство скажет Таня Тейла. То есть у нас возникают определенные люди. А теперь подумайте про вашего фитнес-тренера, про вашего фотографа, видеографа, известного ведущего, диджея, мастера маникюра, психолога. У вас тоже возникают определенные люди. Чем же эти люди хороши? Они сделали что-то такое, что когда вы думаете про маникюр, педикюр, видеосъемку, у вас уже в голове возникают именно эти люди. Значит, эти ваши знакомые прекрасно поработали над своими личными брендами. То есть персональный бренд, еще раз, это ваш образ в сознании других людей. Те ассоциации, которые вы вызываете. Но поскольку мы с вами хотим строить такой коммерческий личный бренд или социальный бренд, могут быть совершенно разные личные бренды, мы бы хотели, чтобы наши товары приобретали, чтобы нашими услугами пользовались, чтобы наши посты ставили лайки, чтобы наши видео
пересылали другим людям. То есть мы бы хотели, чтобы аудитория вызывала определенные эмоции у того, что мы делаем, и производила некие обратные действия, давала нам определенный фидбэк. Как же это сделать? Какие шаги необходимо предпринять, чтобы построить личную бренд-стратегию? Первый шаг – это почувствовать свою миссию. Конечно, это проще сказать, чем сделать. Некоторые люди несколько лет ищут свою миссию. Что такое миссия? Это стратегическая, глобальная цель человека, глобальная цель персоны. Простыми словами, то, ради чего я осуществляю свою деятельность, зачем я делаю то, что я делаю, зачем я занимаюсь психологическими консультациями, или провожу бизнес-тренинги, или снимаю свадьбы, или делаю какие-то, организую корпоративы, для чего я это делаю. Есть какая-то миссия. Моя миссия – помогать людям делать их жизнь лучше с помощью образовательных программ. А в чем ваша миссия? Попробуйте это сформулировать и написать в вашем блокнотике. Конечно же, сформулировать миссию, тем более очень красиво, с красивыми речевыми модулями, бывает очень непросто. Но хотя бы напишите парочку слов, парочку ассоциаций, которые вы бы хотели вызывать у других людей. А также то, ради чего вы осуществляете вашу деятельность. Есть замечательный искусствовед Михаил Семенович Казинник, прекрасный педагог. Если мы зайдем на его YouTube-канал, мы увидим его миссию. «Я верю в гениальность человека на планете». Был Александр Македонский, известный государственный деятель, мы его прекрасно помним. А вот его папу не все помнят, его звали Филипп Македонский. И он говорил так: «Я благодарен богам не за то, что они мне даровали сына, а за то, что мне его даровали во времена Аристотеля, времена педагога моего сына. Аристотель – ученик Платона и учитель Александра Македонского, был известнейшим древнегреческим философом, мудрецом и учителем». И вот Филипп Македонский действительно ценил личный бренд Аристотеля и говорил, что я благодарен, что мы живем в одну эпоху с этим прекрасным человеком. Так вот, дорогие друзья, я мечтаю, я желаю, чтобы ваши клиенты, ваши подписчики говорили: «Я счастлив, что я живу в одну эпоху с вами, с этим прекрасным специалистом по такому-то направлению». И как раз от миссии мы переходим к чему-то более конкретному. Второй шаг – определить ваше видение. Это ваш идеальный образ в будущем. Ваша цель, к которой вы стремитесь. Давайте представим личного бренда Антона Шипулина, нашего известного биатлониста, который подъезжает к стрельбищу, прицеливается и мишени перед собой не видит. Невозможно попасть в цель, если цели нет. Это прекрасно знают ребята, основатели компании I Love Running, а сегодня уже I Love Supersport, которые организовали не просто школу бега, школа бега по утрам, школа бега по вечерам, школа бега по субботам. Они основали компанию, которую объединили вокруг определенной цели. Они собирали группу людей, которые пробегут полмарафон в Будапеште через полгода. Или марафон вокруг озера Гарда в Италии через 3 месяца. Или марафон в Москве через такой-то срок. Они понимали, что пробежаться по субботам далеко не каждый придет. А люди, которые объединены какой-то целью, обладают великолепной мотивацией и вдохновлены, чтобы эту цель реализовать. Также и нам нужно поставить какую-то цель, которую мы хотели бы осуществить как личный бренд. Кем я бы хотел, чтобы меня видели? С чем я бы хотел ассоциироваться? Я – это видеограф, я – это массажист, я – это фэшн-стилист. Вот попробуйте написать 1-2 слова, относящиеся к вашей профессиональной деятельности, с которым вы хотели бы ассоциироваться. Я вам дам подсказку. Можно придумать сочетание несочетаемого. Вот Мария Третьякова, прекрасная ведущая, эксперт шоу «Пацанки». И она написала такую книгу «Поэзия моды», которая совместила поэзию и фэшн, моду. Казалось бы, несочетаемые сферы. Но в ее книге они очень гармонично сосуществуют. Или капитан сборной Исландии по футболу в детстве занимался гандболом, ручным мячом. Раньше играл руками, сейчас играет ногами. Но он лучше всех в мире бросает аут. Сочетание несочетаемого. Или вы можете найти какую-то свою нишу. Не просто фотограф, а фотограф для новорожденных детей. Не просто маникюрист или мастер маникюра, а подолог, специалист по проблемным ногтям. Попробуйте найти какую-то свою нишу. Или же совместить 2 сферы. Сочетание несочетаемого. Физик и прекрасный тиктокер с хорошим чувством юмора, который делает какие-то смешные видео или мемы, посвященные физике. Фэшн-стилист, который еще и прекрасный психолог. И пока проводит шопинг-сопровождение, разбор гардероба, проводит для своих клиентов какие-то психологические консультации. То есть самое главное определить, с чем я хотел бы ассоциировать и связывать свое имя. Я это ведущий, я это футболист, я это массажист, я это фэшн-стилист.
А третий шаг, он самый такой объемный, самый большой по времени, которое мы затрачиваем на него, но самый-самый важный. Это построение нашей бренд-платформы. Потому что мало объявить, что я прекрасный фэшн-стилист, я самый лучший видеограф. Нам нужно что-то делать такое, чтобы ассоциироваться с этим направлением, и чтобы люди выбирали именно нас. Я предлагаю вам обратить внимание на слайд. На этом слайде вы увидите 4 основных элемента вашей личной бренд-платформы. Давайте сначала я их назову, а потом мы будем каждый из них разбирать и в рамках нашей творческой лаборатории, которую мы сегодня обозначили, прорабатывать ваши элементы ваших личных брендов. Итак, элементы следующие. Внешние атрибуты, профессиональная деятельность, медийная стратегия и экспертность. Вот про каждый из них мы сейчас поговорим более подробно. Итак, первый элемент вашей личной бренд-платформы – это внешние атрибуты. Как говорится, встречают по одежке. Дмитрий Нагиев без темных очков – это уже не совсем Дмитрий Нагиев. Конечно, если маленький мальчик скажет: «Мама, я хочу так же курить трубку, как Шерлок Холмс, чтобы стать отличным детективом», вряд ли это сработает. Или если он сделает татуировки, как у Лионеля Месси, он сразу же отлично играть в футбол не будет. Но и Лионель Месси без татуировок – это уже не совсем Лионель Месси, как и Шерлок Холмс без трубки и скрипки. Поэтому внешние атрибуты, конечно же, важны. Внешние атрибуты начинаются с имени. Подумайте, какой будет у вас нейминг. Как говорила Джульетта, what's in a name, что в имени тебе моем. Имя – это не праздное слово. У кого-то это будет просто имя, как в паспорте. А у кого-то какой-то определенный псевдоним. Льюис Кэрролл, автор «Алисы в стране чудес», носил имя Чарльз Доджсон. Дима Зицер, педагог, на самом деле Вадим, а вовсе не Дмитрий, и он более предпочитает без отчества такое сокращенное имя, как Дима Зицер. Можно пойти еще дальше, у меня есть знакомая Ирина Шамкина, которая продвигает себя как педагога английского языка и под именем Ирина Ингли Шамкина. Отличное слово, отличное имя, которое уже вызывает определенные ассоциации. Даже древнегреческий философ Платон был вовсе не Платоном, а Аристоклом. Не путать с Аристотелем, которого мы уже сегодня называли. Что такое Платон? Плато – это широкоплечий. Он занимался борьбой, у него был такой никнейм, псевдоним, прозвище Платон. Потом подумайте, вы выберете ваше имя как в паспорте, или какую-то интерпретацию имени – Елена, или Лена, или Хелена, Виктория, Вика, Тори, Вероника, Рони. Может быть, выберете, оставите вашу фамилию, а имя сделайте другое, как Зицер, но Дима, а не Вадим. Билан, но не Виктор, опять же, а Дима, Дима Билан. Поэтому или Клава Кока, Клавдия Высокого, Клава Кока, что уж говорить про Нилетту или других известных персон. Поэтому нужно подумать насчет вашего имени. Но не только имя связано с внешними атрибутами. Конечно же, важен определенный дресс-код. И никто не говорит, что все должны выглядеть определенным образом. Все как Анджелина Джоли или все как Клава Кока. Для кого-то комфортнее деловой стиль в одежде. Кто-то будет в дредах и в рваных джинсах. То есть важно подобрать свой личный авторский стиль. Вот многие известные художники говорили следующее. Нужно не просто научиться хорошо рисовать. Чтобы стать Ван Гогом, нужно не просто посетить школу изящных искусств или детскую художественную школу. Нужно найти свой стиль. Винсент Ван Гог его долго искал. Он 27 лет написал свою только первую картину. Кстати, когда пришли друзья к Павлу Пикассо, или Пикассо, как его называют, и спросили: «Господин Пикассо, вот вы столько картин уже нарисовали, почему в вашем доме нет ни одной вашей картины? Вам что, не нравятся ваши собственные картины?» Он сказал: «Как же, мне они очень сильно нравятся. Единственная проблема, я не могу их себе позволить». Вот с таким юмором он ответил. Поэтому, действительно, какие ваши внешние атрибуты? В чем ваш стиль? Важно подобрать какую-то запоминающуюся фишку внешности, кроме вашего какого-то дресс-кода. У кого-то это цвет волос, у кого-то это значок, у кого-то это татуировки, у кого-то дреды, у кого-то галстуки, у кого-то шейные платки. Какая-то ваша фишка. Кепочка, панамка, вот что будет ассоциироваться именно с вами. Никто не говорит, что вы всегда будете ходить в этой кепочке, в панамке или в темных очках. Но, как правило, наиболее часто это будет тоже частью вашего личного бренда. Обязательно подобрать фишку. Есть такие известные государственные деятели, которые ходят с определенным значком, которые все время что-то олицетворяют и пишут такие книги. «Читай по моим значкам, читай по моим брошкам». То у них это обезьянка, закрывающая глаза, то это матрешка, неваляшка и так далее. То есть с помощью невербальной коммуникации они транслируют какую-то идею, а этот значок является частью их личного бренда. Сюда же относится ваш визуал, визуал в социальных сетях. Какие там цвета, цветовые гаммы, какие у вас есть базовые фотосессии, какие атрибуты вы используете для проведения съемок. Все это части вашего личного бренда. И, возможно, вы захотите создать себе свой логотип, как те персоны, которых вы видите на слайде.
Это будет ваш личный логотип, который также будет являться частью ваших внешних атрибутов. Вторым элементом вашей личной бренд-платформы является ваша профессиональная деятельность. Сюда мы включаем товары и услуги, а также проекты и события, которые мы бы хотели с собой ассоциировать. Кто-то продает книги, кто-то продает одежду, кто-то продает услуги. Возможно, это будут услуги шопинг-сопровождения, или услуги видеосъемок, или услуги массажа, или какие-то другие. Возможно, вы себя захотите ассоциировать с каким-то определенным проектом, которым вы занимаетесь, или каким-то событием, которое вы организуете. Определенная тусовка, бизнес-завтрак, фэшн-завтрак и так далее. Что это будут за продукты, услуги и события, и какая там будет цена, какой будет ценник. Кстати, такой хороший совет. Давать не только один какой-то товар предлагать вашей аудитории, а лучше товарный ассортимент. Потому что когда мы предлагаем один товар, то аудитория думает, купить или не купить. Такая гамлетовская дилемма, быть или не быть. Но когда два товара, думают этот или этот. Когда три тарифа, думают этот, этот или вот этот. Всегда лучше предоставлять вашей аудитории право какого-то определенного выбора. Ваша аудитория будет ценить вас больше. Когда вы продумаете вашу цену, нужно, конечно, посмотреть, какая цена стоит у конкурентов. Но самое главное, что в маркетинге цена часто бывает не реальная, а такой вымышленной, воображаемой. Не так давно узнавали, какой же рекламный слоган стал самым лучшим в 20 веке. И решили, это был очень авторитетный журнал Advertising Age, век рекламы, что самым лучшим рекламным слоганом 20 века стал Diamonds are forever, бриллианты навсегда. А молодая копирайтер Фрэнсис Гэрити сидела на скамеечке в парке и думала, как же выполнить задание, которое дали в ее компании, а именно продавать совершенно непродаваемые товары, кольца с бриллиантами. В те года никто не хотел покупать кольца с бриллиантами. Сапфирами, рубинами, какими-то истинно драгоценными камнями? Да, конечно. Но бриллианты, алмазы, их очень много в природе. Они не являются какими-то редкими или очень дорогими. Кто же захочет купить кольцо с какой-то стекляшкой? И вот молодая женщина-копирайтер увидела пожилую пару, которая еле-еле шла по парку, очень медленно, но держалась за руки. Ей пришла гениальная идея. Любовь навсегда и бриллианты навсегда. Если вы хотите, чтобы ваша семья, ваша любовь была навсегда, купите на помолвку кольцо с бриллиантом. Бриллианты навсегда. Diamonds are forever. Теперь бриллианты очень дорогие, бриллианты очень известные. И вот этот слоган «бриллианты навсегда» стал очень узнаваемым и запоминающимся. Поэтому подумайте, с чем бы вы хотели, чтобы этот товар ассоциировался и в плане стоимости. Никто не говорит, что это обязательно должна быть высокая цена. Но когда компания Toyota выводила Lexus на американский рынок, а Lexus – это аббревиатура Luxury Edition for the United States – люксовое издание для Соединенных Штатов. Они сначала поставили низкую цену, которая была ниже, чем другие делюкс автомобили на рынке США. И люди их не покупали. Они говорили, да, вроде хороший автомобиль, но какой-то достаточно дешевый для такого качества. Подняли цену, и продажи возросли. Обычно наоборот, цену роняют и продажи возрастают, а здесь было совершенно противоположным образом. Поэтому подумайте, какие у вас будут цены, возможно скидки, какие-то пакетные предложения и тарифы. После этого переходите к третьему элементу вашей личной бренд-платформы, а именно медийная стратегия. Сначала подумайте, какие социальные сети вам было бы комфортно развивать. Для кого-то более важен визуальный контент, для кого-то маленькие юмористические видео, для кого-то длинные видео. Поэтому вы подбираете что-то для себя. А кто-то вообще любит работать голосом. Тогда лучше всего подкаст. А для кого-то YouTube, а для кого-то Instagram, для кого-то ВКонтакте, для кого-то Telegram. Никто не говорит, что нужно выбрать что-то одно. Но какая-то одна социальная сеть должна стать для вас определенным локомотивом, который тянет остальные вагоны. Где вам будет комфортнее общаться с вашими подписчиками? Где вам будет более комфортно размещаться, размещать ваш экспертный контент? Где вам будет более комфортно продвигаться? Подумайте, что это будет за социальная сеть, и именно туда направьте ваши основные усилия. Очень важно не просто быть каким-то гениальным, очень искренним, уникальным. Это важные моменты. Но, как говорил Томас Эдисон, великий изобретатель, гений – это 1% вдохновения и 99% пота. То есть самое главное не просто найти свою социальную сеть, а составить контент-план и быть стабильным, регулярно выходить в эфир, делать сторис, делать посты, делать видео, записывать подкасты, то есть быть стабильным, составить себе контент-план и публиковать там разные виды контента, которые вы видите на слайде. Где-то это пользовательский контент, вовлекающий, когда пользователи, подписчики могут что-то нажать, проголосовать, написать свое мнение.
Когда-то нужен и продающий контент, когда вы предлагаете какой-то определенный товар. Хотя, конечно, в современном мире лучше нативная реклама, когда вы не просто выставляете какой-то товар и пишете цену, а показываете его в реальной жизни. Каждое утро я пользуюсь таким-то кремом и вам тоже советую. Где-то какой-то задать вопрос аудитории, предложи какую-то определенную игру или конкурс. Где-то должен быть экспертный контент, когда вы чему-то обучаете, даете определенные советы и лайфхаки. Но в любом случае, раньше было очень сложно попасть в эфир. Нужно было приехать на телевидение или на радио, там были большие очереди, далеко не всех пускали. Сегодня мы сами себе телевидение, мы сами себе радио. Мы можем создать YouTube-канал или какой-то аккаунт в социальной сети и общаться с нашими подписчиками. Что, конечно же, я рекомендую вам делать, вам как личным брендом. Не игнорировать при этом и традиционные медиа. Да, иногда можно печататься и в газете, и в журнале, и побывать на телевидении, и на радио, но сегодня все-таки это стало таким более второстепенным. Хотя забывать про это тоже не стоит. Ну и участие в нетворкинге, участие в каких-то событиях, где про вас узнают. Когда вы приезжаете на определенный форум или конференцию, на какую-то деловую тусовку и так далее, это тоже важный элемент вашей медийной стратегии, где вы можете лично пообщаться с вашими партнерами и подписчиками и рассказать про вашу экспертность и также, конечно же, получить какие-то контакты, с кем вы можете дальше выстраивать партнерские взаимоотношения. Сегодня главная стратегия маркетинга – это маркетинг партнерских отношений. Четвертым элементом вашей личной бренд-платформы является экспертность. Какой же бывает экспертность? Она бывает внутренней и внешней. Давайте сначала поговорим про внешнюю экспертность. Пожалуйста, посмотрите, как прекрасно про себя написала Таня Тейлор. И сделала это совершенно правильно. Как говорил известный пиар-директор, не нужно хорошо говорить о себе, нужно это напечатать. Также и в современном мире, когда мы говорим про себя, мы выстраиваем наш личный бренд. Я бренд. Поэтому мы не просто занимаемся каким-то хвастовством, а мы показываем, чем мы занимаемся, по каким вопросам к нам можно обратиться. По сути, пишем такую лифтовую речь, то есть краткую самопрезентацию. Это и есть проявление внешней экспертности. Когда можно прочитать, вот что Таня Тейлор, прекрасный стилист, автор образовательных программ и так далее. К внешней экспертности относятся наши регалии, статусы, звания, кандидат наук, победитель такого-то рейтинга, такого-то хит-парада. Если вы пока что не являетесь победителем какого-то рейтинга, придумайте какой-нибудь рейтинг и станьте там победителем. Это абсолютно нормально для внешней экспертности. Потому что встречают, опять же, по одежке. Когда читают наше описание или наш сайт, или слушают нашу лифтовую речь, краткую самопрезентацию, то люди делают уже определенные выводы, основываясь на неких ассоциациях. Если человек скажет, ну я так особо ничем не занимаюсь, или я начинающий специалист, или у меня нет какого-то определенного опыта, багажа, бэкграунда, ну мы посмотрим, подумаем и так далее. Когда видят, что такой опытный человек с таким богатым портфолио вот этим занимается, такие-то есть статусы, такие-то в таких-то номинациях побеждал, это уже усиливает репутацию личного бренда. Но этого, опять же, мало. Кстати, сюда мы отнесем и то, когда мы выступаем в качестве эксперта на каких-то мероприятиях, когда объявляют, вот, это эксперт по такому-то вопросу. Люди это видят и слышат. Какие-то определенные отзывы, которые мы получаем, их тоже нужно коллекционировать, фидбэки, и выставлять в ваших социальных сетях или на вашем сайте. Ваши экспертные материалы, ваши книги, методички, брошюры, чек-листы, гайдлайны, которые вы пишете, их необходимо написать. Если книга – это долгий процесс, то чек-лист или гайд можно написать за неделю, за месяц, да может даже за один день, поскольку вы являетесь экспертом в какой-то сфере, и это уже будет каким-то вашим авторским экспертным материалом. Это очень хорошо, это нужно. Но без внутренней экспертности мы тоже не сможем это делать. Мало назвать, что у меня такие-то номинации, какие-то статусы и регалии, но не подкреплять их нашими реальными знаниями, нашими фактическими навыками. Я прекрасный SMM-специалист, я отличный маркетолог. Я 15 лет назад закончил университет, правда, я больше не читал никаких книг, но у меня одни пятерки были в дипломе. Этого крайне мало. Сегодня мы живем в очень подвижном, меняющемся мире, в котором появляются новые знания, новые компетенции, новые навыки или какие-то обновленные навыки. Поэтому нам нужно постоянно читать, что-то смотреть и так далее. То есть заниматься не только нашей внешней экспертностью, но и экспертностью внутренней. Простыми словами, заниматься нашим саморазвитием. И здесь самое время вспомнить японские компании. Дело в том, что в середине 20 века японские компании выпускали товары очень низкого качества. Они бы хотели делать хорошие автомобили, бытовую технику, но у них не получалось. Разруха в стране, пока что не обладали определенными компетенциями. Но японцы, они придумали не просто какой-то инструмент менеджмента, они придумали целую философию и назвали ее так красиво, поэтично – кайдзен.
Что такое кайдзен? А иероглифы вы можете увидеть на экране. Кай – это изменение, а дзен – это хорошо. То есть постоянное совершенствование. Они поняли, что мы не можем сегодня делать плохие автомобили, а завтра хорошие. Toyota вообще начинала с выпуска ткацких станков, что мы можем увидеть в их логотипе, который до сих пор напоминает иголку и нитку. Это дань исторической памяти Сакеши Кичиро Тойода, основателем этой компании. Так вот, Toyota не могла вчера выпускать плохие автомобили, а завтра отличные. Но они поняли, что мы можем каждый день что-то делать немножко лучше. Завтра лучше помоем пол, послезавтра лучше обслужим клиента, еще через день лучше соберем автомобиль. И эта сумма маленьких шагов, маленьких изменений и улучшений в итоге даст колоссальный интегральный эффект. Это и есть кайдзен. Сегодня японские товары очень востребованы. И Nintendo, и Yamaha, и Toyota, и многие-многие другие. Сегодня они образец для многих компаний. Но не только для компаний, и для нас, для личных брендов. Философией кайдзен могут пользоваться не только компании, как одна компания авиалинии, которая убрала из меню, которое подает на борту, одну оливку, вместо трех оливок стали подавать две. И компания в итоге сэкономила 40 тысяч долларов. Это прекрасный способ применения философии кайдзен. Но им могут пользоваться не только крупные авиалинии или другие корпорации, но и мы с вами, отдельно взятые люди. Для того, чтобы нам воспользоваться философией кайдзен, нам нужно каждый день становиться немножко лучше. И для этого я предлагаю вам систему 5 глаголов. Что это за 5 волшебных глаголов? Ну, мы помним из программы первого класса, что глаголы обозначают действие предмета и отвечают на вопрос «что делать?». Так вот, что делать, что сделать, чтобы стать успешным личным брендом? Первое – это читать. Читать профессиональную литературу. Да, художественная литература тоже важна для вдохновения, для общей эрудиции, кругозора. Но для того, чтобы расти дальше как профессионал, читать книги, посвященные нашей экспертной области. Книги, статьи, интернет-издания. Второе – это смотреть. Смотреть видео, фильмы, программы, интервью, посвященные нашей экспертной деятельности. И прокачивать наш навык. Третье – это отслеживать. Подписаться в социальных сетях на аккаунты тех личных брендов из тех сфер, которые нам близки, которые нас вдохновляют. И смотреть, что они едят, с кем они встречаются, о чем они говорят. Все это будет давать нам определенные инсайты, пищу для размышлений. Вообще рекомендую изучать биографии успешных людей, успешных именно в той сфере, в которой мы хотели бы добиться успеха. Или же в каких-то других сферах иногда какие-то инсайты и ценные идеи приходят совершенно из других сфер. Четвертый глагол – это слушать. Мы живем не только в мире музыки, в мире какой-то медитации, но и в мире подкастов. Можно слушать музыку, а можно аудиокниги или подкасты, то есть передачи на наши профессиональные темы. Ну и пятое – где-то участвовать. В онлайн-школе, на каких-то лекциях, тренингах, вебинарах, семинарах, которых сегодня, к счастью, очень и очень много, и самых разных, то есть постоянно повышая наш профессиональный уровень. То есть, дорогие друзья, экспертность равно внутреннее плюс внешнее. Когда мы и внутренне чувствуем нашу силу, когда мы уже прошли этот синдром самозванца, когда мы знаем, чем больше мы знаем, тем меньшую уверенность в своих силах мы испытываем. Как говорил Сократ, чем больше я знаю, тем больше я не знаю. Но многие люди не знают и этого. Но тем не менее, когда мы этот синдром уже прошли, мы знаем очень много, хотя и понимаем границы непознанного, чувствуем большую уверенность в своих силах и приобретаем определенные регалии, которые внешне транслируют эту нашу экспертность. Подведем небольшой промежуточный итог. Чтобы нам выстроить наш личный бренд, нужно построить кирпичики в нашей личной бренд-платформе, которыми являются внешние атрибуты, профессиональная деятельность, медийная стратегия и экспертность. И после этого мы переходим уже к четвертому шагу. Мы вспоминаем передачу «Ревизору» или, если угодно, Николая Васильевича Гоголя с его знаменитым «Ревизором» и проводим ревизию. Если человек хочет изучать английский язык, мы сначала дадим ему тест. Мы посмотрим, владеет ли он грамматикой, хорошо ли он говорит, хорошо ли он читает и переводит, мы проведем тест и в зависимости от его уровня знаний предложим ему какую-то индивидуальную программу. Так вот, такой тест, такую ревизию мы проведем для нас лично. Мы проанализируем каждый из элементов нашего личного бренда, который мы уже назвали, и посмотрим, в каком состоянии они находятся. После этого мы подумаем, а в каком состоянии я бы хотел или хотела, чтобы они находились через 3 месяца – краткосрочные цели, через год – среднесрочные цели, через 3 года – долгосрочные цели. Каким я хотела бы увидеть мои элементы, моей личной бренд-платформы через определенное время. То есть у нас есть точка А и точка Б. Все как в школьных задачах по математике. Нам нужно движение, нам нужно двигаться из точки А в точку Б. Так вот, какие действия нам необходимо предпринять,
чтобы из точки А попасть в точку Б. И мы фиксируем эти действия на бумаге. Вы их тоже можете зафиксировать прямо сейчас в ваших блокнотиках. В какой точке вы сейчас находитесь, по разным направлениям, где бы вы хотели находиться и что нужно сделать, чтобы из А прийти в Б. Ну и пятый заключительный шаг, дорогие друзья. Конечно же, для личного бренда важно сформировать такую серию KPI, то есть определенную систему показателей. KPI – это Key Performance Indicators, ключевые показатели вашей деятельности, которые вы будете отслеживать и учитывать. То есть нужен регулярный мониторинг, нужно смотреть в зеркало, как пел Майкл Джексон «I'm starting with a man in the mirror». Я начинаю с человека в зеркале. Смотреться и думать, что у меня уже получается, какие у меня уже есть показатели и к чему я хотел бы прийти. Причем показатели, вот эти самые KPI, могут быть и количественными, и качественными. Количественные – это количество подписчиков, количество лайков, доход от деятельности, количество клиентов, ну и так далее. А качественные – это удовлетворенность, отзывы, нравится ли мне то, чем я занимаюсь и так далее. То есть важно иметь именно качественные и количественные показатели. Слишком много их не нужно. 6-7 показателей будет в самый раз. Ну что ж, дорогие друзья, подводим итоги всей нашей лекции, всего нашего тренинга. Мы сегодня говорили про персональный брендинг и поняли, что персональный бренд – это ваш образ в сознании других людей. Когда люди думают про Норму Джин Бейкер, Мэрилин Монро, сразу же возникает какой-то определенный и визуальный, и кинематографический образ. Когда мы думаем про Одри Хепберн, то же самое. Также у брендов есть какой-то узнаваемый стиль. Подумайте про Билли Айлиш. Это логомания, это очень много различных логотипов. Подумаем про Биркин. Конечно же, Джейн Биркин – это сумки Биркин. Есть такая история, когда она летела в самолете с одним из основателей компании Hermès, которые производят сумки. Высыпалась сумка. И он сказал, жалко, что такие делают сумки без карманов, из которых все выпадает. И вот директор компании Hermès сказал, на самом деле, я произвожу такие сумки, давайте вы приедете, и мы вместе сделаем такую сумку. Идеальную сумку, сумку вашей мечты. Именно поэтому сегодня сумки Birkin являются брендом и стоят так дорого. Coco Chanel, что такое? Это маленькое черное платье. Можно много про нее говорить, но есть один узнаваемый образ. Поэтому вам тоже нужен какой-то определенный образ, какую-то определенную ассоциацию, которой будете именно вы ассоциироваться, с которой именно вас будут олицетворять. А для того, чтобы нам эту ассоциацию укрепить в сознании людей, а, кстати, самая лучшая книга про брендинг и про позиционирование называется так «Позиционирование. Битва за умы». Дело в том, что личные бренды и бренды товаров не существуют в объективной реальности. На гору можно взобраться, в море можно искупаться, из озера можно умыться, но бренды мы не можем почувствовать, понюхать, потрогать. Они занимают определенное место в нашем сознании. Именно в этом их сила. Кариес – это Colgate. BMW – это вождение, Volvo – это безопасность. То есть определенные бренды, самые сильные, владеют каким-то словом в нашем с вами сознании. Чтобы это сделать, нам нужно построить нашу личную бренд-платформу. Это внешние атрибуты, наша медийная стратегия, профессиональная деятельность и экспертность. После этого составить план, по которому мы будем из точки А двигаться в точку Б, систему показателей эффективности, которым будем отслеживать наши с вами KPI, и двигаться по этому пути из точки А в точку Б. Как гласит известный мем, который вы можете увидеть, многим кажется, что прийти из точки А в точку Б очень легко. Верхняя картинка. Но нижняя картинка – это правда. На самом деле мы двигаемся per aspera ad astra, через тернии к звездам. Нам не нужно ждать, пока море успокоится. Наша задача – научиться плыть в шторм. Вот в чем наша задача. Кораблю комфортнее в гавани, но он не для этого создан. Он создан, чтобы плыть по морю, чтобы идти по волнам. Поэтому, дорогие друзья, помните, you are your own brand. Вы и есть ваш бренд. Что-то вы делаете или вы ничего не делаете, личный бренд все равно возникает. Как говорил Джордж Бернард Шоу, известный ирландский драматург, жизнь состоит не только в том, чтобы найти себя. Это очень важно. Найти себя, найти свое призвание. Но и в том, чтобы создать себя. Вот создавать себя очень и очень нужно. И я уверен, дорогие друзья, что у вас все получится. Ведь сегодня вы овладели необходимым инструментарием для создания вашего личного бренда. Больших вам успехов! У вас все получится. С вами был и дальше обязательно будет Иван Возьми Лав. Мои контакты я оставлю в описании. Спасибо за внимание. До новых встреч.